Всего на территории Дмитровского городского округа в этот день открылось два центра точка роста в Подосинках и в Орудьево. Это не последние центры развития детей в различных направлениях. Как отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный, принявший участие в официальном открытии, программа разработана на несколько лет, и в будущем подобные центры будут открыты в других образовательных учреждениях. Центры «Точка роста» – это форма гуманитарного и цифрового образования регионального проекта «Современная школа», который нацелен на уменьшение разрыва между городскими, сельскими и поселковыми школами. В центрах будет осуществляться образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам, которые направлены на формирование современных навыков у школьников, в том числе по таким предметам, как математика, технология, информатика, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Также задача центра «Точка роста» – это обеспечить всех школьников образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. Благодаря данному проекту изменится содержательная сторона предметной области по технологии, в которую будут введены новые образовательные компетенции, такие как 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства при сохранении объема технологических дисциплин, промышленный дизайн и робототехника. При изучении предмета ОБЖ школьники будут изучать информационную безопасность, кибергигиену и оказание первой медицинской помощи. Неурочное время школьники могут посвятить IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной деятельности, а также различным социокультурным мероприятиям, в том числе совместно с родителями. Данные предметные области будут реализовываться на уровнях начального, среднего и общего образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий и с помощью технологий дополнительного образования. В рамках проекта в Орудьевской общеобразовательной школе была обновлена материально-техническая база и закуплено новое оборудование. На официальном открытии учащиеся с большим интересом продемонстрировали главе Дмитровского городского округа Илье Поначевному возможности нового оборудования и рассказали о перспективных проектах, которые теперь можно будет реализовать. В рамках открытия центра глава также посмотрел площадки и оснащение классов Орудьевской средней общеобразовательной школы. В ходе экскурсии также обошли прилегающую территорию. Глава отметил, что нужно провести работу по благоустройству стадиона и хоккейной коробки, что очень актуально в преддверии осенне-зимнего периода.